знаем, что вы первый, кто на мэй сделал гильотину. То есть история на мэй. Моя гильотина, почему я ее сделал, она другая, чем у всех. Ну, но это такой это... секрет для маленькой такой компании. Вот посмотрите. Вот я его держу, да, и вот он пошел. И я себя начинаю чувствовать, я представил себя таким тигром-котом. И вот у них очень хорошее движение, это лапой. Медведь, тигр. Вот это движение, оно очень сильное. Вот у Марка Кера было движение очень хорошее. Я очень хочу это движение попробовать на нашем операторе. Моя гильотина, почему я ее сделал, она другая, чем у всех. Но это такой секрет для маленькой такой компании. Вот посмотрите, я отрабатывал вот это вот движение 2 недели, каждый день, раз по 500. Не, вообще. Вообще, а. То есть вы берете вот так вот? То есть вот это нет. Вот ты, например, ныряешь в ноги. Опа. И ты уже сдаешься. Почему? Потому что это не гильотина, это уже излом шеи. Да. Ну, перед тем, как я пошел, почувствовал уже. Ты глаза, уже все почувствовал. Глаза да, темные были. Да. Понятно, что здесь можно тут сделать удушающий, можно еще там что-то доделать. Но первое движение надо. И я отрабатывал 2 месяца привычку. То есть в борьбе же как? Нужно же брать голову с рукой. Да. И эта привычка у меня была с детства. И чтобы ее забыть, я отрабатывал просто брал шею. Просто брал шею. А потом думаю, что я буду отрабатывать, просто тупо брать шею. И последние 2 недели я стал. Опа. Да. Там есть варианты по носу, есть варианты там костяшками. То есть мне задача, чтобы ты повернулся. Вот ты повернулся, все уже. И обратите внимание, что я здесь делаю. Во-первых, у меня здесь осаживается сразу плечо. Обратите внимание, грудь как давит сразу. Вот она поднимается. То есть я еще ничего не сделал, а человек уже сдается. Вот это тогда это прием, действительно прием. Когда ты не включил 95% своих возможностей, а сделал только вот этот вот процент один всего. Только за счет технического. Да. Да, тогда все, это прием работает. Это вы должны тоже аксиома. Если ваш прием не работает только за счет техники, то забудьте его вообще, потому что в бою вы потратите силу и ничего не добьетесь, только устанете. Если я подумаю, помыться, схожу и вернусь. Хорошо. Вот люди берут как? Люди берут вот захват, да? У этого заразы Марка, у него вот про те точки, которые он показывал, да? Смотрите, движение. Вот так вот захват берет. Это я 1% от того, что должно быть. То есть он делал вид, что бьет, даже в бою. И в конце у него рука сюда шла. Я посмотрел, у него такие бои все были. Ну, в борьбе у него это было запрещено, но как бы он отработал тоже. Он берет в конце сам, такой расслабленной штучкой. Это все нарабатывается. Это вот можно на дамиках нарабатывать. Вот на это движение. Но оно очень точно должно идти там, где заканчивается линия ваших волос, на одну сторону, либо на другую. По центру это все бессмысленно абсолютно. То есть если у тебя даже вот такая трапеция, то по эмоциям. Без разницы. Потому что ты же не трапецию бьешь. Ты бьешь там, где начинается сниматься скальп. Под голову, под мышечок. Там ничего не закрыто, там мышцы не может быть априори. Все.